прилет в квартиру. Нормально так выбило все. Холодильник, стенка. Сейчас попробуем открыть. О, открывается дверь. Ну что, нормально. Это Виконская. Сегодня я покажу, как мне разбомбили дом. Моя квартира. Еле залез. Раму полностью выгнула с этой стороны. Все поразбивало, и вот стена. Бегу быстро. Нагеле забыл в машине. Тут пешком не походишь. Это окраина Донецка. Петровский район, жилплощадка. Нагель взял, бегу обратно. Здесь вообще нет никого. Все разбито. Провода валяются. Бегаю, ношу ОСБ перебежками. Туда-сюда, туда-сюда. Еще немного осталось. Это входная дверь. В принципе, замок целый остался. Всего лишь тут ничего. Ну и внутренность. Сейчас надо разгребсти немного. И покажу, что там у нас изнутри. Сейчас попробуем открыть. О, открывается дверь. Ну что, нормально. Еще походит. Пару-тройку лет, я надеюсь. Это комната поближе. А здесь уже... В грязюке вывалило все нахер. Эту сторону ту. Батарея еще держится. Нормально. Можно запускать отопление. И здесь внутренность. Здесь кастрюля с сахаром была. Сахар остался, интересно. Да, сахарок есть. Смотрите. Чаек попить можно. Это магнитофон. О, без диска, конечно. Вот уже подключиться. Хорошо будет. Здесь диван был, а тут шкаф. Шкафа я вообще не вижу. Здесь у нас что пооставалось? О, одеколончик. Сколько здесь? Остался еще? Да? Пыптик соскочил. Сейчас. Немножко надушиться надо. Чтобы пахнуть хорошо. Ну что, нормально. Если у вас есть какая-то возможность, карту Сбера я оставлю в описании. Но это как-то надо восстанавливать. Любая помощь будет приветствоваться. И спасибо вам огромное. Хороший зато вид из окна. Иди колончик. Сейчас как раз прохладненько. Хороший запах. Так, это холодильник. Это здесь ванная комната. О, свет горит. Отлично. Что здесь? Водичка, пылючка. И я такой. О, вода идет. Можно будет потом сполоснуть руки. Здесь кухня. Ой, тоже хорошо. Бойлер. Целый. Покупаться вечерком. Здесь пробила стену. Тут она что-то будет выдумывать. Смотрите. А это несущая стена все-таки. Перекладка. Это на верхний этаж идет. С этой стороны. Весы. Так. Рабочие. 3,5 килограмма. Так. Это я сейчас, конечно... В стрессе все разговариваю, но здесь я родился, вырос, для меня это все родное, поэтому решил вам показать. Ну, всякое в жизни бывает. Ничего, переживем. Главное, что все живы и здоровы. Так, это у нас дальше идет ванная комната. Здесь
дверца от холодильника. Холодильник. Вот тут чистенький. Зайдем сейчас в туалет. Туалет. Еще нормальный. Это где я жил. Вы просили обзор жилья сделать. Пожалуйста, сделали. Конечно, здесь не супер безопасно, но что делать? Это батя мой. Похож чем-то на меня. Здесь костюм с выпускного, куртки. Вот этот костюм мой. Ходил в школу. Здесь недалеко. Вещи, футболки. Тетрадки, книжки, учебники. Время, карточки, бумага еще. Можно книжечку почитать. Цель, путь несказанный. Это вторая комната. Медвежонок. Тумбочка. Тут провода, конечно, висят. Ну, а что сделаешь? Я USB, в принципе, купил. Надо будет зашить. Тут внутри. Это другая комната. Здесь родительская спальня. Что интересно, сюда с этой стороны вроде прилета не было. А окно где-то там вылетело. Вот тоже хорошо. Ничего не надо делать. УСБ, если что, зашить. И все. И здесь тоже машина пострадала. Вот такая жизнь на Донбассе. Не все же вам показывать, все хорошее. Периодически случаются и такие ситуации. Сейчас будем, в общем, заниматься ремонтом. Что получится, по возможности, там вам покажу. Здесь еще статуэтки пооставались. Слоники. Ложка, главное, целая. Иконы. Сколько у нас давления? 743. Почти идеал. Окно вырвало. Посмотрим, что здесь. И балкон. Все в осколках. Вид с этой стороны. Еще нормально. Видно хорошо зато. Нижний лист USB забили. Осталось сверху что-то придумать. Стреляют просто капец. Окно. Ковер. Пусть проветривается на улице. Не так зальет. Магнитофон. Почти хороший. И кассета. Вот пластинка. Пылюки. Все побито. Тремпеля еще целые. Смотрите, какие хорошие. Сейчас на свет вам покажу. То не сильно видно. О, так-то получше. Хороший, деревянный. Ну как вам тремпель? Хороший? Один день из жизни в Донецке. Зато вид какой красивый. Тремпеля то тремпелями. А это надо как-то заделывать. Но сейчас очень сильно стреляют. Все делаешь на эмоциях, быстро. Это холодильник со стеной. Там другая комната. Здесь ванна с туалетом. Здесь стаканчики хорошие были. Кран на отопление меняли когда-то. Пусть тут лежит всякая разная всячина. Здесь на Петровке люди живут совсем по-другому. Какой прекрасный вид. Зато на соседей можно смотреть через окошко. Кто чем занимается на балконе. Вот сосед идет мусор выносить. О, этанол. Всякие разные приколы. Здесь посуда. Соль. Коньячок. Сахар. Шкаф. Все в осколках посечено. Здесь холодильник. В этой комнате заделали.
как-то, ну, все, что можно было по-быстрому, потому что нереально здесь. USB чуть-чуть он скрепили по бокам. И здесь ленты. Хоть что-то, но будет держаться. Ну, если будет нормальный взрыв, то, конечно, оно выскочит. И без разницы, чем ты тут хоть кирпичом заложи. По итогу сделали только одну комнату, потому что здесь просто нереально. Прилеты, осколки сыпятся. Чисто по физической выносливости не получится сделать никак. Все-таки мозги немножко нужно включать. Коробка есть коробка, кирпичи, но нужно еще как-то выбираться отсюда. Вот так, перебежками. От одного угла в другой. Это окно пусть пока тут будет. В общем, ничего пока не сделаешь. Вот такой один день из жизни на Донбассе. Если вам это видео понравилось, я знаю, как бы тяжело не было, ну поставь лайк ради меня. Напиши комментарий. Берегите себя. Всем мира. Пока. Бегу быстро за машиной. Вот свежий прилет. В небе птички. Хоть куда-то забежать. Уезжаем отсюда. Пипец, дерево перевалило. Все освободили. Все, сваливаем отсюда, потом включимся. И по этой трассе вообще никого. Одинокие машины. Это выезд в центр Петровки. Люди на остановках прячутся. Хоть какое-то укрытие. Дороги здесь нет. Добрался до текстильщика. Позади меня рынок. Хоть водички зайти купить. Сладость немного поступит в мозг. И немножко отойду. Это Донбасс.